Севастополю может понадобиться новый рефрижератор для более крупных поставок вакцины от коронавируса. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения правительства города Виталий Денисов в ходе аппаратного совещания в понедельник, 18 января. Он отметил, что недавно ведомством была проведена закупка 8 термоконтейнеров для распределения препаратов по медучреждениям. Сейчас поступающие партии хранятся в специальных холодильных камерах. Один из них рассчитан на 490 литров, еще 5 на 426 литров. Но и этих объемов может не хватить для полномасштабной вакцинации. Если придет большое количество доз вакцины, например, 20-30 тысяч, понятно, мы за день это не примем, поэтому ее нужно будет где-то хранить и принимать, поэтому вот сейчас прорабатываем разные вопросы на основе тех рекомендаций, которые даны. Глава Департамента здравоохранения напомнил, до конца февраля Севастополь ожидает поступления крупной партии вакцины в объеме 18 тысяч доз. На момент ее прибытия город должен подготовить необходимую аппаратуру для хранения препарата. Попутно рассматривается возможность ускорения темпов проведения вакцинации. Мы прорабатываем сейчас вопросы открытия вторых кабинетов для прививки. То есть в каждом подразделении сейчас существует один прививочный кабинет. Мы планируем, чтобы минимум два было. В ближайшее время власти города намерены полностью завершить вакцинацию педагогов и медработников и приступить к прививанию других категорий граждан, чья работа также связана с риском заражения. Понятно, что мы это уже обсуждали. Работники транспорта. Значит, давайте тогда тоже с Павлом Александровичем отрабатывайте, чтобы соответствующие списки были. Хорошо. Начинать надо будет, если не с этой недели, то со следующей недели точно, что называется, такую открытую запись на вакцинирование, как сейчас уже во многих регионах начинается. Для этого, я так понимаю, у нас будет задействовано на федеральном уровне специальное приложение на портале госуслуги. В Департаменте информатизации и связи подтвердили полную техническую готовность сервиса для организации онлайн-записи на вакцинацию. Михаил Развожаев также предложил пополнить перечень первоприоритетных категорий для получения прививки волонтерами, которые занимаются оказанием помощи зараженным коронавирусом. Говоря про уже вакцинированных севастопольцев, глава Депздрава подчеркнул необходимость внесения их в единую информационную систему. Это трудоемкая работа, поэтому мы сейчас тоже проговариваем с руководителями учреждений, чтобы нам какие-то отдельные помещения подготовить, по 3-5 рабочих мест, прочего персонала, может быть, которые будут помогать заносить потом в этот реестр, потому что Москва будет оценивать количество вакцинированных, исходя из этого реестра. Михаил Развожаев поручил оградить от этой работы действующих медицинских сотрудников, чтобы не увеличивать на них и так высокую трудовую нагрузку. Эти задачи, по мнению губернатора, можно доверить севастопольским студентам. Надо просто пройти обучение по этой программе. Я думаю, что все равно сегодня уровень компьютерной грамотности позволяет любому студенту справиться с этой задачей. Только важно, чтобы он понимал ответственность, соответствующее соглашение, получил соответствующую какую-то зарплату за эту работу.